Поручаю правительству построить в рамках программы «Нурлы Жер» более 40 тысяч арендных квартир, преимущественно для малообеспеченных семей из числа многодетных. На данные цели в ближайшие 7 лет будет выделено дополнительно 50 миллиардов тенге ежегодно, сказал Назарбаев. Для этой категории граждан поручаю разработать льготный механизм предоставления жилищных займов по 2-3% через систему жилстрой Сбербанка, добавил президент. Нурсултан Назарбаев также объявил о повышении зарплат работникам социальной и бюджетной сферы на 30% с 1 июля текущего года. Эта программа заденет 1 миллион гражданских служащих, занятых в сферах здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, спорта, сельского хозяйства и других. На эти цели в 2019-2021 году дополнительно будет выделено 980 миллиардов тенге. Нурсултан Назарбаев распорядился выделить из нацфонда на социальные и инфраструктурные проекты в стране до 2021 года 1 триллион 230 миллиардов тенге. На развитие первичной медико-санитарной помощи будет выделено 120 миллиардов. Президент Казахстана поручил также разработать новый проект «Аул Ель-Бесигы». У села есть свой потенциал зарабатывать, достойно жить. И надо перерабатывающую промышленность для этого развивать, сказал Назарбаев. Он добавил, что на финансирование нового проекта будут выделены средства в размере 90 миллиардов тенге на 2019-2021 годы.